Добро пожаловать, меня зовут Дмитрий Измайлов, я являюсь автором площадки FreeLife. Приветствую вас в новом курсе. Это моя персональная схема, по которой я работаю уже больше 2 лет. Она в общей сложности принесла больше 5 миллионов, не боится конкуренции, поэтому я решил поделиться ею с клубом FreeLife, с вами. Я уверен, что освоив данный материал, вы навсегда забудете о проблемах с деньгами. Итак, начнем. Давайте сразу перейдем к сути, посмотрим результаты тестирования нового направления. Главная фишка здесь в том, что это абсолютно новая автоматическая система. Она работает на основополагающих фундаментальных вещах, и поэтому могу сказать, что она очень простая даже для человека без опыта. Очень важно также, что эта информация, она пригодится вам не только здесь, в этом курсе, но и для вашей дальнейшей работы, если вы планируете работать в интернете, потому что я не просто взял здесь схему, а дал действительно мощный материал, также в области маркетинга, автоматизации. Будут готовые шаблоны, самое главное, потому что курс создавался в первую очередь для людей, которые начинают с нуля, у которых нет каких-то базовых навыков. Мы с вами посмотрим, как создать мощный магнит в интернете, который будет притягивать у нас людей в огромном количестве, и научу вас, как выжимать из этого реальные деньги без продаж какой-то сложной возни. Смотрите, вот сервис, его огромное преимущество в том, что он работает за вас. Вы выбираете готовый оффер, их здесь достаточно большое количество, и самое главное, что они подобраны под современные тренды. Поэтому очень классно работает именно конверт трафика в реальные деньги. Здесь вам не нужно ничего-то продавать, там создавать. Если вы обучались где-то раньше, у вас сложилось, возможно, негативное к этому мнение, что там продавать это сложно, здесь это мы делать не будем. Это все делает уже сам сервис. Никакой сложной вот этой нудной работы создания сайта. Вот, допустим, у нас TikTok. Очень популярное направление сейчас. Здесь платят за обычные элементарные действия, за подписку по почте 70 рублей. Это кажется совсем немного, но вы представьте, просто ввести почту, и вы заработаете 70 рублей. Давайте посмотрим на статистику, сколько может получаться за неделю с 19 по 25 число. Итак, здесь у нас статистика за неделю. Смотрите, ввели, допустим, 10 раз, это уже 700 рублей. Понимаете, что на больших объемах это огромные суммы, поэтому, когда вы пройдете уже курс, выполните все задания, у вас статистика может быть даже больше, чем я сейчас показываю здесь. И самое главное, что здесь мы будем зарабатывать не только с подписчиков, но еще и с дополнительных продаж, которые делает именно сама партнерка. Обычно, допустим, 10 человек подписалось, около 2 из них также еще покупают сам курс, но это уже как бы не ваша забота. Но получается, что за ту же самую работу вам еще дополнительно платят процент с продаж. Здесь получается, система работала неделю, просто сливался трафик автоматически сюда на подписки, плюс дополнительный доход с продаж, и получилось около 30 тысяч. Вот такие результаты. У вас они могут быть еще лучше, потому что я делал на скорую руку, чисто для теста. Кстати, также для этого использовал готовые шаблоны, которые у нас есть в курсе. Второй момент – это автоматические программы для того, чтобы можно было определенные действия автоматизировать, поставить сам процесс работы на поток. И третье – это нейросети, которые используют машинное обучение и помогают нам с помощью одного клика мыши автоматизировать за нас массу сложных действий для того, чтобы нам потребовалось просто нажать один раз, и весь процесс за несколько секунд был завершен.
Дорогие друзья, сейчас набор уже открыт в новое обучение. Он будет длиться достаточно мало времени, потому что мы набираем в команду FreeLife небольшое количество людей, чтобы акцентрироваться именно на качестве обучения, чтобы у каждого точно был результат. Так что желательно поторопиться для тех, кто хочет попасть на этот поезд. Обязательно также выберите пакет, в котором вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Так будет проще работать и вам, и кураторам, которые будут сопровождать вас до результата. Желаю вам всего наилучшего. Встретимся с вами в обучении.